Настя Ефременко. И это портрет моей мамы, которая стоит слева. Я очень люблю рисовать людей, и перед тем, как ее портрет моей мамы нарисовать, все происходило так. Я хотела нарисовать что-то волшебное, потому что волшебного какого-то человека, там эльфа, фею или что-то типа такого. И Юля мне предложила нарисовать маму. А я такая, а почему бы и нет? Ведь я люблю рисовать людей, а мама же человек. И я решила нарисовать свою маму. Я хотела добавить детали, но потом решила, что картина и так сложная. И деталей тут можно не добавлять. Вот такой шедевр у меня получился. Я так думаю. Я не знаю, как это оценить. С мамой волшебной. Вот. Да, почему?